Сегодняшний ролик у нас посвящен кишмишу Хэллоуин. Покажу и расскажу, как он растет в наших условиях. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана. И разговариваем о Хэллоуине. Значит, смотрите, это открытый грунт. Это Дзержинский район, Минская область. Планируется он у нас на перголу. И вот здесь она фактически уже готово. Перестенков никаких нету, ничего нету. Вот такие вот красивые грозди. Обалденно красивая ягодка. Интересно, что он практически первый у нас начал краситься в этом сезоне. Начали краситься точечки самые на зеленой ягодке. Ну, сегодня у нас 10 сентября. Пробовали мы его раньше, он уже готов. Но вот сегодня у меня есть возможность снять полностью все его характеристики, поэтому снимаю и показываю. Смотрите, по нагрузке у нас две грозди на побег, и, наверное, мы немножечко нормировали. Ну, вот для первого плодоношения у нас тут 4 гроздочки. Здесь, смотрите, вообще такая хорошая гроздь. И вот там еще, ну, молодой куст, ой, и вот там еще, и вот там еще. Молодой куст еще не сформирован, но плодоношение есть. На сегодняшний день он полностью готов. Пока я снимаю, вот с той стороны ходит маленький птенчик, ягодки подъедает. Хотя у нее выбор сортов огромный. Виноградник у нас не огорожен. И вся ягода в полном ее распоряжении. Мы сейчас с вами для пробы возьмем вот эту нижнюю ягодку. Ну, смотрите, на руке. Да, такой хороший размер. Ягода сладкая, ягода приятная, ягода вкусная. Ну, вкус простой, гармоничный. Смотрите. Скажи, вкусно тебе? Вкусно? Молодец, кушай на здоровье. Ну, здесь главный дегустатор сказал, что все хорошо. Значит, ягода сладкая, вкус гармоничный, кислоты нету, никаких травянистых тонов тоже уже нету. То есть ягода полностью готова. И у нас сегодня 10 сентября, это открытый грунт. Да, то есть созревает он у нас хорошо. Причем, опять же, на молодой куст я вам показала, что нагрузка такая, да, грозди небольшие, но все равно гроздей на вот такое первое плодоношение достаточно. По болезням он ничем не болеет, понятно, что профилактические обработки мы проводили. Большая сила роста, вот это позволит нам вывести его на перголу, видите, вот. Сколько он вырос за сезон. Ну, лоза, в принципе, тоже зреет. На самом деле нормально. Еще все-таки у нас сентябрь. Начало сентября, процессы идут. Так что с лозой здесь проблем не будет. Конечно, внешний вид, эффект такой очень хороший. Давайте я попробую еще вот эту зеленоватую ягодку. Ну, вот что здесь взяла зеленовато, она была чуть кисловата. А так все вот здесь я снизу брала, все ягодки вкусные. Вот такая у нас ягодка в раздезе. Мякоть приятно мармеладная. Так что, как видите, в наших условиях, в условиях открытого грунта, Хэллоуин прекрасно созревает, показывает хорошие результаты. Ну, мы этой формой очень довольны. Конечно, внешний эффект очень эффектный. Надеюсь, вам было интересно. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты. И до новых встреч!